Смотрите, этот аил интересный, привлекательный. Просто молодцы. По этой дороге будет один путь, одна дорога, которая китайская, кыргызская, узбекская и дальше. Проходит она отсюда. Видите, какие уютные, красивые дома. Этот аил, значит, цивилизованный. Просто молодцы. Смотрите по сторонам. Хотя аили такие двухэтажки кирпичного, значит, хорошо живут. Молодцы. Это просто молодцы. Это Кыргызстан. Это Джалалабадская область. Друзья, здесь на дорогах, по-моему, произошла авария на Урале, мотоциклы. Значит, он здесь умер. И сразу поставили мотоцикл сюда. Джай джанат табусим. Дин дожилизды, молодец. Но мы тоже все равно когда-нибудь туда пойдем. Но похоронил просто вместе мотоцикл. Мы все равно все умираем. Вот, видите, байкеры тоже едут туда, Панькор. Короче, мы все умираем, все мы туда все равно пойдем. Это ничего такого нету. Кто вперед, кто позже, все равно едем, идем туда, реальный будущую жизнь. Ну, конечно, хочется жить, конечно, больше, но сколько Бог даст. Еду туда, короче. Природа, смотрите, просто великолепно. Горы везде. Вообще-то Кыргызстан, территория кыргызская, 93% горные местности, поэтому основной город. Вот видите, там сколько снега там, и который передел мне сколько снега. Я должен это переходить туда холеса. Смотрите, здесь листья деревья блестят, видите, пилюв нет здесь. Экология самый хороший. У нас в Узбекистане, конечно, пыльные, буря всякие это проходит пока. Но здесь, видите, чистая, там вообще зеленая аил. Горы, впереди горы. В левой стороне горы, все снежные, высокие. Вот это Кыргызстан. Видите, к шлаке, аиле, основные двухэтажки строится. Я еду до холоса Казирман. Смотрите, еду. Велопутешественники. О! Они уже отдыхают. Откуда-то едет. Сейчас поговорим. Ташкент, Узбекистан. Узбекистан. My name Timur. Timur. Да. Sky. Sky. Откуда? From America. Wow. Hesley. Timur. Отлично. Отлично. Молодцы. Едем куда? Казирман. Санкол. I eventually. Yeah. Yeah. Первый раз туда? Каракал. Is it cool? Is it cool? Да, да, да. And then Beijing. Да, да. Вот, вот это город надо переходить. Yeah. And you have Sankol? Sankol. Я не знаю. Вы куда едете? Sankol? Едете? I don't know if we're going to Sankol. It's like. Друзья, я английский не знаю, просто они английский говорят, я по-русски говорю, просто. Ну, поймем, поймем, ничего. Ничего. Excuse me, no English. No Russian, no English. Это не важно, это не важно. Короче, едем, я понял, вы Sankol не едете, как куда-нибудь. No Sankol, да? Да. Тогда вместе едем вот такой дороге. Казирман. Вот, и переходим в горы. Дорога вот такой, а там вот такой там дорога.
до Казермана. Дур-дур-дур-дур-дур. Короче, друзья, вот они едут в велике. Ну, для меня интересно просто, поэтому смотрю. Из Америки, оказывается, они едут. Вот так, короче, молодцы, молодцы. Ну, я не знаю, сколько дней они едут. Да, Ортлип везде, молодцы, слов нету. Но отдыхают. Made in Chey. Америка, Германия. Байк, байк. Америка, Тайвань. А, Тайвань. Тайвань. Шимано, Шимано. Шимано, да. Классно, молодцы, молодцы. Друзья, короче, едут с ними, не знаю, они как крутят, но попробую. Потому что я не хочу холод, я им тоже показал, 4 июля будет там дождь в Казермане, сильный, один день. Потом будет 11 числа еще сильный, ну до 11 я не останусь в Кыргызстане, я буду в Казахстане, ну посмотрим, короче. Ну пока они так готовятся. Еще у них широкие, это все, ну пока. Посмотрим. Так, у меня швальбе. 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 Yeah, это, знаешь, у него широко что-то говорит, я не понимаю, что говорит. Ну. Виктория Мескал. А. Мескал. А. Медин Мескал. Италия. Италия. А, ну хороший, хороший. Yeah. Good, good, да? Really good. Ага. Yeah. Да. Tbilisi to here. Good. Schwalbe тоже. Schwalbe. Schwalbe. Yeah. Maxis. Франция. Да. О, молодцы, молодцы. Все, go. Все, едем. Я немножко все равно научу их на русском, немножко. Но они медленно смотрю. Ну, чуть-чуть поеду, я потом. Я думаю, с ними не останусь. Потому что они такими своими мелкими ходами, я не могу так ехать. Так! Hey, yo. О, молодцы, молодцы. Жена, что ли, это? О, как ниндзя, да? Друзья, короче, мы едем все с ними вместе, но не знаю, я так медленно не могу, но чуть-чуть поеду, а потом поеду сам дальше. Они тоже Санколь все равно не хочет, мне тоже. Я тоже не хочу рисковать. Все. Друзья, я с ними попрощался, вот я с ним так медленно не могу, потому что мне времени хватит, у них море. Время. Поэтому, о, сзади они крутят, но так медленно я не могу. Поэтому я уже покинул их, я кручу, они медленно. Все, я еду дальше. Смотрите, горы, просто Жиргетал, Эйлан. Это просто конкретно. Это Кыргызстан. Природа Кыргызстана просто супер, просто бомба, друзья. Это просто слов нет. Просто кайфуешь, просто радуешься. Хочешь говорить, хочется просто говорить. Видите? Это Жиргетал, Айла. Вот видите, этот айл. Большие, здоровые. Деревьев много. И воздух. Прекрасно здесь. Как, ребята? Нормально. Молодцы. Откуда? Я с Ташкента. Да. Да, Узбекистана. Привет, ребята. Как, растете? Молодцы. Видите вы, вот так. Здесь деревья большие. Вот у меня впереди вот этот город ждут. Я должен, не знаю, сколько перехожу, потому что там дорога вообще бездорожья. А по новой дороге, говорят, платно, пока еще не достроили,
Ну, зачем мне? А то старая Архангельская дорога интереснее и красивее. Поэтому я еду туда. Вот такая природа. До сих пор еду. Видите? Это Кыргызский аил. Я еще еду. Почти приехал. Через 2 километра или 3 приходится налево поворачиваться на старую Архангельскую дорогу. А потому что если поехать, вдруг не пустит. Возвращаться лучше. Сколько-то тратить время не стоит. Поэтому надо ехать сюда. Я в прошлом году вот здесь, в юртах, чай попил. У одного бабушки день рождения был, они пригласили меня. Я в прошлом году когда был. Курманбек. Аилы. Вот здесь, в прошлом году. А здесь уже какая-то стройка идет. В прошлом году здесь было зелени много. Именно вот здесь. Все юрты убрали. От него ничего почти не осталось. Вот один вот этот стоит, и все. Вот видите горы. А вот это впереди снежные горы. Должен переходить.